Я всегда думал, что повязка на глазу у пирата одевается, потому что он потерял свой глаз в битве. Оказывается, что одевали такую повязку на глаз по этой причине очень редко, а чаще всего ее использовали, потому что в дневное время суток палуба корабля была очень яркая от солнечного света. Поэтому, чтобы не тратить драгоценные секунды на адаптацию зрения при необходимости быстрого спуска с палубы в трюм, например, при захвате судна, часть пиратов специально надевали такие повязки перед боем, тем самым подготавливая свой глаз к темным условиям трюма. И, кстати говоря, современные ученые определили, что для адаптации наших глаз к темноте требуется примерно 25 минут, после чего глаз становится аж в миллион раз более чувствительным, чем при дневном освещении. Обратно же глазу требуется не больше 5 минут, чтобы адаптироваться к яркому свету.